Автостопом по галактике смогли проехаться школьники в новом мобильном планетарии. Ульяновская ассоциация ТОС выиграла грант, средства которого направили на ознакомление детей с астрономией. Подали заявку до Нового года, а уже сейчас ученики имеют возможность погрузиться в волшебное пространство космоса. Мы увидим, как космос будет, или что там у звезды, блин, надо звезды смотреть. Проект рассчитан на детей от 8 до 18 лет и охватывает всю область. В общей сложности 11 локаций, одна из которых головная, находится на территории ассоциации ТОС на Московском шоссе 35. Остальные 10 располагаются в районных центрах. Планетарий один, но он мобильный и, соответственно, обозначенному графику перемещается по площадкам. Деньги у нас есть также и на зарплату преподавателей. То есть у нас есть здесь человек, который занимается, ну, не скажем, что глубокими знаниями, но тем не менее знаниями об астрологии, преподает это детишкам. И есть телевикторина, то есть тоже. И еще у нас будет по концовке проекта, то есть у нас программа будет «Что, где, когда» на эту тему. В ходе познавательных бесед с педагогом дети откроют для себя космос по-новому. Получат знания о строении Солнечной системы, познакомятся с созвездиями и научатся в них ориентироваться. В фильмотеке «Планетария» 8 зрелищных фильмов с эффектом полного погружения в картинку, за счет чего информация усваивается в разы лучше. Посетить планетарий могут группы от школ, организации дополнительного образования или просто желающие ребята с друзьями. Главное, чтобы численность группы была от 20 человек. Проект позволит расширить астрономические знания подрастающего поколения и ближе познакомиться с загадочным пространством Вселенной. Мадина Исмаилова, Даниил Сурков, Улправда ТВ.